Народ, привет. Я думаю, вы помните нашего бродягу. Он был, правда, немножко на других колесах. Вот, сейчас я колеса меняю, потому что от этого проекта я ухожу. Будем его менять. Намутил я кузов вот такого хаммера. И хочу, значит, поставить его на ту базу. Поэтому эта корка идет у нас отдыхать. Вот, а мы с вами будем переделывать под эту базу. Кузов немножко маловат, кузов от игрушки. Будем его уменьшать базу. В стандарте база была аксиаловская 313, а сейчас нам с вами надо будет его сделать под 290. Будем уменьшать все это дело. 290-300 сейчас будем смотреть как по кузову, потому что арки маленькие. Совсем маленькие колеса ставить мы не будем. Мосты от Рэма Хобби, они широкие сами по себе. Возможно, сейчас мне придут задние от аксиала тяги, и мы попробуем заузить немножечко. Вот, я думаю, что может быть и нормально будет смотреться. Приступаем к работе, потому что дел здесь будет много. Кузов красивый, неохота мне его выкидывать. Задатки идут и под цвет везде, и фары, и передние, и задние. Ну, интересно, такая модель, только чуть-чуть маловато идет. Вот. Хотя изначально это была игрушка, и она была вот на таких колесах. Колеса, скорее всего, останутся эти, потому что новые диски, новая резина. Такой грубый протектор будет смотреться, мне кажется, клево. Тут еще вот такой вот бамперок был. Во. Вот так. Я думаю, что-то придумаем. Но, конечно, желательно бы сюда поставить металлический бамперок. Свет везде горит, туманки тоже можно сделать, чтобы горели. Все, тут интересно это такое для проектика поковыряться. Будем все это дело налаживать. Для начала, вот я уже открутил мост. Будем сейчас мы уменьшать базу. Здесь у нас карданы металлические. Мы их тоже сейчас будем все отпиливать, потому что иначе они будут впритык и работать ничего у нас не будет. Мост ушел. Колеса снимем. Вот эти мы откручиваем, потому что придется переносить поближе. Так, лишнее открутили. 300 миллиметров получается. Вроде 290. Надо прикрутить и посмотреть. Карданы, которые были приобретены длиннее, чем нам нужно. Вот сейчас мы их будем укорачивать. Сейчас попробуем собрать все назад и посмотреть, нормально ли укоротили. По центрам входится. Так, теперь делаем. Значит, мы тяги, так как вот эти тяги нам сюда совершенно не подходят. Так, значит, нам надо сейчас вымерить длину тяг. Берем наконечники, прикручиваем на свои места. 5 сантиметров и плюс по 5 миллиметров на резьбу. Итого 6 сантиметров. Вот у нас есть кусочек. Так, резьбу мы уже резали неоднократно.
Самое главное, ровненько начать. Резьбу режу миллиметров 5-6. Вот так вот такая резьба. Руками чуть-чуть тяжеловато идет. Проверка. Шесть миллиметров. Вторая. 106 миллиметров. Все, тяги готовы. Так, у нас получилось 286 миллиметров, сходится идеально. Ну что, попробуем что-нибудь подсобрать. Сейчас будем придумывать места крепления. Да, конечно, колесики бы стало поменьше. Наверное, вот на такую высоту мы его будем делать. Аккум. Все. Вот такая будет высота. В любом случае, сзади. Ну что, ну вот примерно вот так у нас получается. Пока что будет такой. Колеса широкие. Дальше видно будет. В принципе, вроде нормально. Колеса вроде ничего так ходят. Посмотрим. Кузов сделал на болтах. Штатное место поставил фаркоп, где у него и был. Еще нашел вот такие вот шаклы. Вот там заточу, сюда их прикручу. Думаю, будет прикольненько. Сейчас верну всю электронику на место и попробую закатить. Вперед надо будет бампер какой-нибудь еще намутить железный. Потом бампер, фаркоп остается. Ну все, электронику поставили, собираем, все прикручиваем и едем на испытание. Ну все, готово. Ну все, пошли на обкатку.